открыто. Но здесь никого нет уже. Мы постарались. Нужно было пробежать. Пику поднял, трон потерял. Ты чё, газовик, эй, не газуй. Всем привет, меня зовут Алексей, канал Кутим. Проходим игры с интересом. Мы в прошлой серии вот тут убили босса, или вот здесь. Ну, где-то вот здесь убили босса. Мы сейчас идем вперед, дальше ходили. А может, не вперед, кстати. А, ну то есть, как бы ударить-то я могу, а все остальное не могу. Мне кажется, здесь. Нет, мы здесь не были. А сейчас подождем, пока мужик решит отойти. Ай, ты ж. Вот это я расслабился. А, здесь где-то должен быть колокол, как я понимаю. Я посмотрел, я столько колоколов пропустил, что прям больно. Они навсегда, да, исчезают? Хорошо. И здесь было еще с этой стороны. И с этой стороны тоже. Я надеюсь, этот же колокол бьет. Пойдем в другую сторону тоже. Но его надалеко хватает. А чё нет? Чё нет? Посмотрим, что там впереди. Ага. Здесь тоже куда-то там ударили и... Все, ниточка-то перед... Ага. Так, и все, я потерялся. Мне надо было просто, наверное, сверху прыгнуть и все. Давай. Вчера я босс твоего бил, начальник твоего бил. Твоего босса бил, тебя бью, давай. Бэх! Нет. Не нокаутируется он. А! Не в тайминге вошел. Есть сегодня два варианта. Пойти к ткачихам в дом, попытаться второго босса. Но я вообще, кстати, не уверен, что там второй босс. На самом-то деле. Ага, это мы так поднялись и все, и мы больше не можем спуститься вниз. Угу. А да, вот это я смотрел еще. Нет, не получится у меня так. Уи! Не получится. Ну ладно, пойдем поверху. Жаль, конечно, зажаль. Потому что здесь мы уже ходили. Да. Мы, наверное, не сможем, кстати, здесь пройти. Или сможем, посмотрим. Оп, а да, смогли. Иди, голова. Летающая Глок, ты меня достала. А тут где-то сохранилка есть. Сохранцы. Можно, конечно, сдохнуть и начать оттуда, откуда мы сегодня начали серию. Да. Так, это помню. Ай-яй-яшеньки. А мы, собственно, так и сделали, видите, как ситуация решила сама за меня. Что делать? Ну, что ж, повторимся. А надо в колокол бить? А, не надо, я тут, кстати, не был-то. Что ж такое? У меня, по-моему, блин, посматривай. У меня маны больше стало, но, блин, я не знаю.
Возвращаться наверх, не возвращаться наверх. А нет, ну вот эту дверь мы открыли, значит все уже, она открыта уже по умолчанию. Да, и сюда мы дальше не ходили. Башка, уйди, башка. Угу. И здесь вниз, вниз и... снова вниз. Какой-то замочек. А как мне наверх попасть? Вот здесь непонятно что-то. Слезы мы забрали. Я не пойму, я здесь был или нет? Нет, кажется, нет. А чё меня так эти мелкие бьют? Вы даже не боссы. Расслабился после вчерашнего поединка я. Эй, эй. А, перламутровое долото. А это вот как раз то, что надо кузнецу отдать. И эту ниточку мы перерезали тоже. Теперь будем как люди здесь ходить на самом деле. А, есть вариант еще поисследовать. А, вот, вот здесь я точно как бы пропустил. Вот этот участок пропустил. Вот тут я не ходил, вот сюда не ходил. Там стопудово что-то есть. Я думаю, сегодня без экшона будем такого. Так что... Нет, конечно же, не скипаем. Не скипаем, ребят, но... С пониманием, что экшона сегодня мало будет здесь. Так. Туда я не залезу. Ну, точнее, туда я могу каким-то образом выше. Мне надо пролезть. Или ниже. Непонятненько. Так, и... Да. Здесь мы были, я помню. Мы как раз полезли туда, и там нас ушатали. Надо, кстати, души свои забрать. Так почти. Колокол ударили. Я на самом деле монтирую видосы и понимаю, сколько много моментов я упускаю, в принципе. Это по факту плохо. А, так, здесь у нас ничего хорошего. Ничего хорошего. Вот здесь как сюда попасть? Я не могу представить, конечно... Куда ты стреляешь? Меня там нет. Вот сюда, если я упаду. А тут что, нет прохода, да? Понятно. Да? Не понимает человек. Ну ты будешь меня атаковать или нет? Открыто? А, я там какую-то штуку перебил. Наверное, вот этим образом я открыл вообще. Я ж тут проходил буквально недавно, и тут было закрыто. Очищенная. Очищенная, ну, какашка, похоже, очищенная какая-то. Что-то странно очищенное. Давайте откроем, посмотрим, что очищено это. А, слегка повышает сопротивление урону миазмами. Но мне некуда пихать. Такие лоскуты ткани использовали среди высшего духовенства для протирки рук после поцелуев. А, вот это жаркий поцелуй. А, дай мне жаркий поцелуй. Это рука, точно. Перламутровое долото. Это надо нашему этому мастеру. А рука, где она была, рука? Где-то вот, вот сюда вот рука. Это вот, вот стопудово вот, ну, вот сюда. Рука. Он такой, типа, дай мне поцелуй, и там дверь-то была закрыта. Ну вот, мы, собственно, как бы смокнем его. Я-то думал, что это какое-то, что надо чисто было физически его поцеловать.
А это не физически, это метафора такая. Типа, целуй меня, целуй. Так, смотрите, туда можно на самом деле бежать, но там все поломано. Эть. Прыжок первый, прыжок. Так, и че? И зачем я тут? Просто, чтобы понимать, что... Ну, допустим. Просто сбегал, посмотрел, что там все закрыто. Так. Тут ничего нет. Ну, я каким-то образом могу... Ой, ты ж, спасибо, мужик, спасибо. От души, бро. Я слишком увлекаюсь пейзажем. Но здесь же был проход, да? Надо вот реально записывать моменты, где... Где я пропускаю, где я что пропускаю, чтобы потом посмотрел, такой, ага, да-да-да-да-да. Я помню, это так и было. Какой он медлительный, ребят. Вот себя защищает, а союзников своих не защищает. Странный человек он, конечно. Да что ж я так не проснулся, Алекс еще. Впитывает вообще все, что можно впитывать. Так, вот туда вниз я тоже вообще не понял, как спускаться. Вот. Скорее всего, что-то где-то нажмешь, что-то где-то там. Не, вот непонятно, куда как. И в ту сторону я, получается, вообще не ходил, да? Угу. И колокола здесь тоже нигде нет, да? Понятно. Это, скорее всего, это я буду сверху, когда соберу все золотые маски, всех этих мелких. Сверху поднимусь и открою все, что можно было открыть. Где я? Где я потерялась? Здесь тоже было весело, потому что я, в принципе, не смог дойти. И что? А вот тут я думаю, что все, концовка, потому что я застрял вот в этом моменте. Почему ты? Ух ты ж, хорош, ой, хорош. А давай я его хочу убить. Он меня ранил сильно. Отомстить ему надо. Я злопамятный? Я, наверное, злопамятный, друзья. Да, 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 так все и было, так и было, да. Так, и вот в эту сторону мы тут не ходили. А почему мы не ходили? Ну все, зашли. Уходи, мужик, уходи. Тут... Вот, и тут как раз колокол, который мне нужен, чтобы что-то случилось. Чтобы я перебежал на эту сторону. А зачем? Красав. Зачем мне этот колокол-то? У меня очень мало хп, у меня нет банок, и ближайшая сохранялка далековато. Это плохо. Это, друзья, очень плохо. Это заставляет более аккуратно проходить эти локации заново. А там внизу еще всякие диверсанты, вот эти взрывающиеся, вот это вот, да. Неожиданно. В принципе, я могу побежать вперед, дойти до портала, сохраниться там. Сохраниться-отхилиться.
Да уйди ты. Интересно. Вот я сейчас здесь, и здесь можно, в принципе, упасть вниз. А можно подняться до портала. А где колокол? Колокол с той стороны я вижу. Колокол я вижу здесь. Он позволяет открыть... О, где тут? Он позволяет открыть вон ту стену и... Возможно, добежать до вот этой вот непонятной штуки, которая летает. Я не знаю, каким образом я это сделал. Не понимаю, зачем. И как мне туда попасть-то? Непонятно. Вот сюда как мне попасть? Дяденька, как мне туда попасть? А, ну сохранялка здесь. Мы сейчас как раз сделаем самое мудрое, правильное решение. Сохранимся. Ах, что-то я сутулюсь, господи. Чё я так сутулюсь? И начинаем исследовать. Подожди. Начинаем исследовать всё. Всё, что можно. Спасибо. Спасибо от души. Вот сюда вниз мы не заходили, да? Ну, получается, что да. Блин. Террористы. Подожди. Беги сюда. Ах, хорош. Вот, на тебе. Это за тот раз. А, хорошо. Ой, зря. Ой, зря. Успел, успел. Вот эти... Скелетик мне явно не нравится. Ах, ты меня не видишь. Лучше будем убивать, потому что мало ли, может, мне еще назад за этой же дорогой идти придется. А я уставший путник буду и... Ну. Что? А, у тебя эффект лозы, кстати. Эффект лозы никто не отменял. Спасибо. Слезы искупления мы забрали, спасибо. Спасибо. И ключевое, это мы открываем вот эту дверочку, которая вроде бы как бы была здесь. Ага. Так, что дальше? Мы вот сюда вот не ходили, поэтому мы сейчас тоже опустимся. Поле исследовать начали. Нет! Я готовлюсь встретить вот этих вот взрывашек везде и всюду. Там еще маленькая какая-то дверочка. Интересно, я могу? Вот. Не могу. Но хочу. Блин, я не знаю, куда попасть. Там, скорее всего, будет выход. Вот в эту сторону мы вообще не бегали.
Здравствуйте. Нам надо как-то вот это вот все убрать. А чтобы убрать это вообще, надо с этой стороны бежать. Это, скорее всего, где-то вот отсюда. Или снизу вообще, снизу вверх. Может быть, не знаю. Есть какой-то вообще маловероятный сценарий. Это вот пролезть каким-то образом, запаркурить. Да я хочу просто... Вы что, не понимаете? Я хочу просто... Ну, не за этот выступ, а вот... Вот с двух сторон вот такие вот выступы. Ой! Извините, извините. Так, ну все, я либо здесь дыхаю. Да. Я не могу пройти ни сюда, ни, ни вниз. Хотя каким-то образом должен мочь. Еще из плохого у меня очень мало хп. Буквально на там полтора пинка. И... Так, и что? И внизу я тут что-то не был. Неужели я тут дальше не был? Уйди, рука! Потир. Отлично. Так, это мне надо моей мадам, которая... Которая потиры собирает. А что она мне в тот раз за потир дала? ХП, по-моему, увеличила. Но это не точно. А так, через стенку можно? Обанца. Понятно, нельзя. Давайте еще раз. И не спим, не спим, не спим. Опа, хорошо. И мне надо на самом деле вот сюда вниз. Да? А, да-да-да-да. Вот тут не отлететь. Отлично. И сходим сейчас вот этот нижний квадратик. Проверим, что там внизу. Тут, по-моему, были всякие беки-буки. Никого тут... Не, а, нет, были же... Ай, спасибо, хорошо. Точно, да, вот так. И здесь. Но здесь никого нет уже. Мы постарались. Так, а спуск-то... Вот тут какой-то спуск есть вниз. Я хочу им воспользоваться на самом деле. Очень сильно хочу воспользоваться им. Ну что, есть спуск, надо пользоваться. Акведук Касталес. А, я здесь не могу пройти почему-то. Мне здесь колокол надо найти. Кто-нибудь где-нибудь видит колокол? Он должен быть прямо где-то рядышком. Где-то рядышком колокол. Может, у меня нет какого-то оружия, которым я могу убивать вот эти вот стигматы. Спасибо. Ой. Зачем ты это... Ну, неужели я должен вот так вот перебегать все вот это вот? Понятно. Нет, непонятно. Мне здесь вернуться назад-то как? То есть каким-то образом я должен...
Я могу просто вот так спрыгнуть? Бум. Не работает колокол. Вот здесь вообще... Вот и как? Как? Вот эта штука непонятно как. Понятно как. Ой, понятно как. Все. Давай. И что тут открывается? И мне надо успеть туда, типа, еще. Да, блин. Нереально, нереально. Ну, точнее, как реально, надо просто... Просто привыкнуть. Тайминги, в тайминге. Оп. Оп. Теперь все это отпадает, отпадает, отпадает. И за... там еще и лампа бегает, зараза. Я не... Блин, я не ударил. Потому что... Все, я понял. Надо сначала сделать вот так, а потом уже в колокол бить. И тут еще. Что-то новое. Что-то новое, неизведанное. И где я? А зачем я здесь? Страшненько. Стою здесь. Тут птица какая-то дурная. Так, здесь... О, не то, не то. Зачем? Я могу типа поднимать это, хорошо. Мне надо как-то вот так, наверное. Так, что мы имеем? Тут теперь снизу есть такой подъем. Мы, угу. Мы каким-то образом должны быстро залезть. Колокол прямо под нами. Выше я не вижу. И ниже не вижу. То есть в теории вот этот колокол должен ударить и открыть вот эту вот дверь выше. Сейчас мы это попробуем как-то провернуть. Давай, давай, давай. Почему? Потому что нам надо повыше было за... сделать эту штуку. Ну, в принципе, мы успеваем. Или два. Сделать как нормальный человек. А мы так допрыгнем. Ну, наверное, допрыгнем. Я не знаю, допрыгнем. Постараемся. Нам надо это сделать. Но! Это вообще как бы просто. Давай. Хорош. Вперед! Вперед! Ай, все ради малого. Ну а че, не зря? Не зря. Разгадали загадочку. Ага, да. Да. Хорошо, у меня ХП был. Спасибо. А так бы смысл-то от этого могло быть. Могло бы быть и не быть. Вот эти какие-то вот светлячки, огоньки, вот они меня напрягают. Ой. Так, что у нас тут сохранялочка? Погнали, погнали сохраняться. Потир у нас есть один. Здесь тоже же какие-то загадки были. Нет, ну мы здесь... В принципе... Здесь все забирали, все, что можно.
даже, наверное, что чего нельзя было. А чего? Нам же не говорили, это можно, это нельзя. Видишь? Бери. Да-да. Да-да-да-да-да. Вот сюда это вот этих вот мелких надо. У меня есть потир для вот этой други. Други. И на поцелуи, лебезания вот эти вот для руки. Здесь ничего не надо. Вроде бы ничего не надо. Я, учитывая мое количество денег, я предлагаю еще отпустить грехи себе. И, ну, чтобы маны побольше у меня было. Погнали. Так, пойдем к деду. Он живет там в Рубанах, Стамеску, что-то наше. Что-то такое, что-то такое. Уэйт. Глянь, какой у меня. Давай. Передать инструмент. Давай, долото. Это зубило, точное и деликатное. Вне всяких сомнений, больше всего подходит для этой благородной древесины. Я благодарю тебя, кающийся. Открыть алтарь. У меня что-то не, у меня не вставлено было, да? Вот это да. Так, увеличить вместимость алтаря. Да, давай. Теперь на алтарной доске за твоей спиной стало больше места. Здесь я буду ждать, пока ты не обретешь больше стигмат для расширения алтаря. Увеличить сколько теперь? Одна? Две? А, две. Нет, нет, нет. Спасибо. Передать воспоминаний. У меня нет воспоминаний. У меня ничего нет. Давай, давай. Давай, Пакедова. Давай, Пакедова. Пакедова, спасибо, спасибо. Сейчас мы еще сходим на красную дорожку. С белыми розами. Вот сюда, пожалуйста. Отпустим наши грехи. Здрасте. 3000. А чё, каждый раз дороже и дороже? Давай. Ага, я понял. Дорого? Почему так дорого? 3000. Еще раз 6. Потом я всю жизнь буду копить и буду... Мне проще быть грешником потом, чем отмывать свои грехи. Не было маны, нечего и начинать. Так, здесь колокол какой-то нужен. Кстати, вот может... И у меня есть... возможно, у меня есть колокол, который... Что, кровь закончилась? Опять крови тебе надо? Конечно. Пол хп нема. Вот такие вот жертвы. Передать потир, давай. Хотите что-то отдать, согласиться, да. Ныне я усилю жизненный свет, горящий у тебя внутри. Ничего себе. Ничего себе. Гляньте, у него кости уже. Я жду, когда ты принесешь мне новые кубки. Пока. Неси мне кубки и фиалы. Я наполню их собственной кровью. Гляньте, у нее кожа, то он уже торчит. Мне кажется, она чем дальше, тем страшнее будет. Предполагаю. Мне надо здесь, вот именно на этой локации посмотреть... Ну, может, не на этой, может, на вот этой локации посмотреть... Ну, может, на той соседней локации. Колокол. Мне срочно нужен колокол. Тут было закрыто, по-любому. Тут было закрыто. Здрасте. Подойди поближе и взгляни на этот сплав. Золото, медь, серебро. Вышитые платки, шелковая одежда. И в лавке Регины. Мои товары там мой кров и моя постель. Они часть меня, я часть их. Просто укажи, что тебе нужно, и эта старательная рука обязательно выполнит твою просьбу. Увеличивает время для выполнения блока. Восстанавливает здоровье после казни. Снижает штраф за накопление вины. Увеличивает рвение, которое накапливается при нападении на врагов. Слегка увеличивает урон молитв. Так, я хочу здоровье купить. Да, чего нет? Ай, тут еще внизу было, ё-моё. Серьга сожаления. Повышает сопротивление урону. Ох, потерянный узел Розария. Стигмату за сим... Серьезно?
За такие, за столько покупать стигмату нет. А восковое семя для тех, кто живет в тайне. А тому, кому нужна истинная защита. 12 нет, узел нет. А очков мученичества не знаю. Повышает сопротивление магическому урону. Молнии, урон молитв. Что это? Куда это? Узел Розария и восковое семя. А чё нет, гулять так гулять. Узел Розария, восковое семя. И того у меня почти ничего не осталось. Хранитель, самобичеватель. Увеличивает время для выполнения блока. Это как? Нет, я, конечно, хочу это купить. Я куплю вот это и самобичеватель. Все. Переписчик, епископ. Ну, извините, у меня мест больше пока нет. Всех здесь среди своих товаров я буду ждать твоего возвращения. Жуть, жуть какая. Так, я хочу сходить как раз через портал. Мы сейчас воспользуемся порталом. Нет, подождите, мне сначала надо посмотреть, есть ли здесь колокол. Колокола здесь нет. Вон какая штука. Да, я тоже забыл про нее. А как мне тебя... А нет, смотрите, колокол-то здесь есть, в том-то дело, что... Давайте попробуем именно этим колоколом, потому что он ближайший на самом деле, который есть, спуститься вниз. Нет. Ну, значит, нет, я старался. Здесь тоже колоколов нет. У меня столько хп. Это я, у меня раньше мало хп было. А сейчас-то... Так, мы хотели вообще в портал сходить. В портал и руке отдать. Поплакаться ему. Поплакаться в руку. Вот сюда. Да. Здрасте, мне к руке, пожалуйста. Да, вот сюда. И здесь, да, направо, да, мне направо, вниз, сюда же, да? Привет, это я. Отдать жаркий поцелуй. Максимальный объем рвения увеличен. И все, я думаю, ты мне дверь откроешь. Ощути, как рвение сочится через каждую трещину твоего доспеха. И возликуй. Мой личный кающийся, я буду дальше помогать тебе, если одаришь меня своими поцелуями. Ты мне лучше дверь открой. Дверь заперта. Блин. Не, манна это тоже хорошо. Рвение. Но блин. Я рассчитывал на нечто больше. Узел Розарии, кстати, здесь тоже же рядышком. Так, а мне надо тут тебе что-то помогать, алё? Нет? Кто там? Напомни, что тут с тобой надо. То ли сестер надо, то ли кого-то там освободить. Привет, привет. Слушай, дай мне эту палку. Нет. Бдение пока не подготовлено, кающийся. Найди моих дочерей и погаси свеч. Ну как? Как я тебе это сделаю? Каким образом, блин? Не ревите. Опа. Пойдемте Розарию увеличим. Бусинки свои пришьем. Привет, это я. Да. А теперь позволь моим пальцам завязать новые тайны на твоем Розарии. Сейчас хоп, еще одна вещь. Давай. Их осталось две. Давай еще одну тайну. А, не вот так, вот сюда. Вот так, да? Что, слегка повышает сопротивление урону миазмами. Я не знаю, что это, но хорошо. Так, восковое семя. Бодствующий восстанут ради того, кому нужна истинная защита. Непонятненько. И здесь у меня что? Создает электрический разряд, наносящий урон молнией.
бросает по дуге заряженную электрическую балову, наносящую урон молнии. Тут все молния, молния. Здесь у меня, да, у меня здесь пусто. А я... Стой. Я же вот ходил к этому дяде. Он мне... статуэтки свои сделал. Почему их у меня нет сейчас? Почему у меня только одна статуэтка? Алло. Возвращаемся. Оба. Вот как я умею спрыгивать с лестницы. Оба, на им все. Нет, я прям готов к следующим событиям. Прям драться до последнего. В мастерскую Джозеппе. Братья делают, наверное, свои. Да-да-да-да-да, давай-давай. Открыть алтарь милости. Здесь. Пусто. И здесь либо вот это, либо ХП. Восстанавливает здоровье после казни. Увеличивает время для выполнения блока. Да пусть блок будет. Увеличивает силу оглушения вашего, силу вердикта. Не, ну сила вердикта это круто. А кстати, тут интересные же комбинации еще типа могут быть. Повышается шанс критического попадания при использовании молитв. И повышает огненный урон. Нет, не надо. Физический урон и снижает что-то. Вот тут, кстати, магии нет, а вот тут, видите, у них какая-то свечка между... между ними свеча. Блин, ну, давай увеличить. Да. Я даже... Да, давай, давай. И еще раз увеличить. Да. Хорошо, хорошо. И теперь открыть алтарь. И теперь смотрите. Вот это. С... Бим-бим-бим-бим-бим. Вот этим тут какая-то. Видите, то есть если я... Если они из одной категории, увеличивают время для выполнения блока. Хорошо. Ну все. Воспоминаний. У меня нет воспоминаний. Все, давай, до свидания. Давайте я еще, кстати, навыки улучшу. У меня же навыки еще есть. Что я могу? Воздушное воспламенение. Так. И... Что-то здесь я еще могу выучить. Используйте охранный крест. Последний момент, чтобы контратаковать молниеносным выпадом. Открывает первое давление. Так, хорошо. Открывает чего? Первое деление Перданта Десерты. Когда кинжалы поражают врагов, ваш уровень Вердадера Дестрессы растет, и вы наносите дополнительный урон молнии. При получении урона накопленная Вердадера Десерта обнуляется. Нет, я не хочу при получении урона обнулять. И что тут еще вот это вот? Чтобы обрушить на противников град колющих ударов. Это интересно, но я пока... Нет, стоп, назад. Я пока хочу вот эту штуку выучить и увеличивать наносимый огненный урон. Я вот это не делаю, я, ну, я чисто физически их всех уничтожаю, наверное. Так, здесь пока наконечник непонятно куда, с молитвами тоже непонятно. А что, он мне в итоге не поставил, что ли? Мужик. Вот тут, сюда, пожалуйста, кого-нибудь. Почему через Escape у меня нормально работает, а через O у меня не нормально работает? Все, ну ладно, пусть будет так, пусть будет так. Хорошо, типа, да, хорошо, отлично, отлично. Что ж, друзья, что ж, друзья, что-то я где-то еще вне... А, да, я вспомнил, я вот здесь, короче, еще вот здесь видел моментик, давайте мы как раз, не знаю, спустимся туда или дойдем до туда. Добежим до туда. Там был колокол, и я почему-то не воспользовался возможностью разведать эту локацию, там, возможно, что-то важное. Мы сейчас туда сходим.
смотрим, что там как, и такие, всего доброго. Вот сюда мне надо. И а потом попадем в самый-самый низ. Так, и здесь мне надо вот... Нет, не сюда. Иди, ты, ты. Я не помню, здесь всякие дяденьки вот такие вот плохие. Много огненной фигни. Лягушки тут будут сейчас. Да. Получай. А в какую сторону нам надо бежать? Нам надо вниз и... Вниз, короче. А, сейчас внизу еще будет такой противненький типок, который мне не нравится. Лучше об него удариться, чем... Можно было пробежать. Можно было пробежать. Но я монеты все потратил, поэтому ладно. Да. А вот этот дядька тоже какой-то боевой, на самом деле. Здесь вот этот электрошокер. Электрошокер. Ну, скорее всего, я туда сейчас и попаду. Только не тут, не тут. Только не тут. Понятно, не отвлекаюсь. Мне просто прямо, да? Да, мне просто прямо. Ну вот уже 1000 монет насобирал. Да, давай, давай, занимайся, занимайся. Да, здесь мы всех уже очистили. Сейчас хоп сзади такой дуф добил. Так, здесь колокол внизу. Почему мы все время пытаемся как-то туда попасть? А, вот, да, кстати, вот этот колокол, и мы вот вверху чашу забрали, а того пацана не забрали. И вот как-то его надо туда... Оттуда забрать... Непонятно. Тут лягушка. Ты будешь прыгать? Ух ты ж, она еще и зацепила меня. Вот зараза. А я помню, да-да-да. Так, сейчас, секундочку. Вот эти электрошокеры. Хорош. И я, кажется, мне кажется, ну короче, куда-то сюда мне надо было, потому что в прошлый теперь я посмотрел, и я мог сюда уйти. Да, 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 там колокол наверху, и а эту дверь я в принципе не открыл, хотя мог ударить в колокольчик, он там. Ой, 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 ой,
ударить в колокольчик и зайти в ту дверочку. Всего ничего. Да, вот. И вот он я тут. А тут я раньше не был. Посмотрим, что здесь такое у нас. Ну, в принципе, ничего нового. Дед на троне. Пику твою поднял. Пику поднял, трон потерял. Так, лесенка наверх. Сейчас что-то мне покажут. Ну, наверное, вот так. Здесь я не был, да? Да, и меня здесь не было. Меня очень напрягают вот эти пипки. Оттуда никто не вылезает, но как бы... Да, и меня здесь не было, все правильно. А, вот. Открыл. Пригодится. Я мысль сначала налево пойдем, а потом вниз пойдем дальше. Здесь тоже какая-то непоняточка. Ай, спасибо. Ай-ой, от души. Понятненько, что ничего не понятненько. Слишком далеко прошли, друзья, это плохо. Ну, наверное. Сохранялок я не вижу. Главное, обходилами не обжечься. Ты медленный. И я медленный. И ты медленный. А я... Ай! Добил его с первого. Сорян, добил. У меня пол хп. Раньше, при прочих равных, я бы уже откис. Я сначала зайду сюда, посмотрю, что это такое. А, спасибо. Ой. Классно. Нет, подожди. Нормально, 10 из 33. Ах, почему у тебя такой длинный выпад? Там еще кто-то был. Ты меня все... Мужик, подожди. Чё ж так тяжело? Так, ну здесь надо сугубо на вот этом вот. Мы проскочим. Здрасте. А у меня хп нет, так что... Давайте без всяких... Это хороший знак. Ну, точнее, на самом деле, не очень хороший.
Вы тоже слышите что-то? Мне кажется, я, наверное, сюда слишком рано попал. Может, здесь третье оружие мое, наконец-таки? Портал? Так, непонятно. Понятно, что мне нужен колокол. Но сейчас мы... А ты кто? Налево, направо. Ой. Ты чё, газовик, эй, не газуй. И на тебя управо найдем. Газовик. Я понял. Тут чисто вот все на вот скорость такую. И чё? Ну класс. А зачем? Все круто, но я не знаю, как тут побеждать пока вот в этой истории. Мы тут метку поставим. А я могу только одну метку ставить, интересно. Пойдемте в другую сторону сходим. Хотя не контузит. И здесь меня не было. Почему так много локаций? Да что? Зачем я сюда побежал вообще? О, ради чего все это, друзья? Я туда не могу пройти. Вот этих вот штук я еще не научился побеждать. Круто. Вот этой штукой, вот этим, я должен каким-то образом успеть. А ну красава. Непонятно. Непонятно ни разу. То есть мне понятно, что мне надо ударить вот в этот колокол. Давайте еще раз. Ну нереально же. Я их просто тут убью, уничтожу. Надо стрелять уже. Питается. Сколько за тебя дают монет? 176. А вот этим колоколом не достает до туда? Этот маленький. Ну теперь вот просто вопрос, как мне быстро
Вот пока вот эта штука, я ее не убью. Пока я ее не убью, я не смогу... Я не смогу туда быстро. То есть мне в идеале вот сюда надо спрыгивать. Мне просто говорят о том, что мне сюда рано. Ну да, мне сюда рано. Печальничка. Но там есть еще ниже. Мы же еще вниз не ходили. И тут сейв, да, где-то был, да. Хорошо. Бум. А, и вниз я тоже сейчас не могу. Тоже не могу. И вверх не могу. То есть я могу только туда. А еще выше могу, да? И выше не могу, потому что... Кстати, а вот этот колокольчик, он дотянется? Да не то. В смысле, блин. А... Да-да-да-да, давай, хорош. Хоть я докуда-то долез, где тоже не был. Я все впитываю и впитываю. Терпила. А, и наверх? Ну, наверх... Непонятно. А, то есть я как бы мог сюда зайти, да? По вот этой лесенке. А я лесенку не видел, что ли? Откуда она здесь? Так, много вопросов. Много вопросов. Ой-ой-ой. Нет, стой, подожди. Подожди, не падай. И я могу еще вот в эту сторону сходить. А здесь такой мужик, который меня хочет ударить. Два мужика. Я не помню где, но я ее опускал вниз. Вот эту вот штуку опускал, видите, где она пригодилась? Так. Опускал, да, я вон той статуей опускал вот эту штуку. И где она пригодилась? Так, хорошо. То есть здесь мне, в принципе, можно внизу чуть-чуть изучить. И все, и все. И вот тут наверху я много чего не смотрел, потому что вот здесь точно можно, наверное, залезть. Даже вот здесь не смотрел. Вот здесь не смотрел. Слишком много мест, где еще можно побывать и нужно. Каким-то образом убить этого босса, может быть последний, может вот вообще пойти вот эту локацию изучать. И помнится мне, ребят, в Дворце Вышивальщиц я вот в этом сегменте, вот этот вот сегмент вообще не смотрел. Возможно, там что-то есть. Я изначально думал, что с этой стороны можно как-то обойти, но нельзя. А босс-то здесь, вот он, рядышком. А второй босс тоже там, наверху где-то рядышком. В городе тоже много непонятных мест. Ну что, мы будем телепортироваться, наверное, у нас мана есть, благо. А как там телепорт? Не-не-не-не-не. Что, телепорт? Как, алло, включить телепорт, пожалуй. Где тут мои молитвы? Вниз кружочек, да, хорошо. Вниз. А телепортироваться в город. Мне надо, во-первых, как бы я сюда могу спуститься и вот сюда спуститься. Вот эти два момента я хочу досмотреть. Потому что, ну, слева закрыто, справа закрыто. Не должно быть так. Не горе, чтобы так было. Вот сюда, да. Да, нам вот сюда. Вот видите, тут закрыто. Дворец Вышивальщиц.
Давненько мы здесь не были. С одного удара. Кстати, как хорошо. Как хорошо, значит. Как хорошо. Как хорошо. Убиваем всех и все, что нам мешает. Здесь наверху тоже как бы можно туда залезть, но я пока не представляю как. Ай, спасибо. Спасибо. А нет, мне сюда не надо. Зря только сходил. Мне надо наверх, туда каким-то образом залезть. Стигмата одна еще получена. Ох ты ж. Больно. Люстру попал, это вообще, кстати, нонсенс. Ай, мужик, все, отходи, ты мне не интересен. Вот здесь наверху мне показывают, что есть какая-то дыренька, через которую я вроде бы как бы могу подняться или спуститься. Давайте посмотрим, что у меня здесь внизу. Потому что я здесь, получается, прям ровно под боссом. Отставить, бить меня. Блин, зараза, не успел. Вот здесь я ровно под боссом. Сверху есть проходик какой-то. Мне надо вот срочно вот сюда. Вот в эту зону. Вот в эту зону. И вот в эту зону. Да, значит, мне надо наверх. Из плохого у меня последняя бутылка. Ай, классно. Могу, но я практикую. Почему она его не бьет? Добивашки. Вот это я понимаю. Я здесь слышу голоса, но... Да в смысле, мужик? Ну а где мне? Где мне убить-то? Так хорошо. Во-первых, мы начнем сюда зайдем сначала. А если здесь был, я просто сюда не ходил, что ли? Вот пена. Я здесь что ли был? Ну, в смысле, я здесь мог пройти спокойно и просто не ходил.
Ай-яй-яй. Да, дай мне свой... свою лампу. Мистика. А. Так вот, в чем проблема была. Я был на правильном пути, просто... И здесь что-то... Пол, что ли, пробьет? Я не знаю. Кокон какой-то. Побежали. То есть я был всегда так близко к своему решению задачи. Наверх пока еще я не могу, да? Так, здесь мы сохранимся, потому что, ну, бутыльки-то надо воспитать. Я все время был так рядом, просто не доведя историю до конца. Одного пыха не хватит. Да хватит, мужик. И... так, я потерялся. Не, мне пока тут просто прямо надо. Слушай, у меня что-то есть для тебя, наверное. Так, платок. Ну, платка у меня нет. Так, и здесь просто понизу пойдем. В истории, когда надо было что-то сверху, мы уже все закрыли. Нитки. Это, кстати, нитки. Просто кулек ниток. И вот здесь мы не были. А здесь... Все настолько просто получается. Здесь еще сохранялочка. Так, мы сейчас... Ну давайте сходим влево. Смея прит. Ну да, 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 да. Вот найдем наперсток старший вышивальщик. А куда мне этот наперсток пихать? Эх, зачем? Куда он мне? Так, если я правильно понимаю, мы сейчас с этой стороны тоже этот кокон оборвем. Спасибо. Долго? Ну давай, я был готов к этому. Да ладно, вру, не был готов. Мне повезло просто, что... Вот этот коврик вообще смотрел в другую сторону. Спасибо от души. Вот этот огненный тип у меня очень... Подожди, подожди. На тоненького просто. Подожди. Просто на тоненького, я не был готов к твоему появлению. Давай. Давай, бей молнии, ё-моё. Тяжело. Всего-то?
потому что люди. А я хочу сохраниться. Я хочу сохраниться, восстановиться. Душевный контроль, все дела. Нет, ребят, нет, нет, нет. Фух. Так, если я правильно понимаю, я упал... Сейчас, где я упал? Я упал между двумя вот этими штуками. Значит, тут будет дырка. Ха-ха-ха, тут дырка. Или отверстие. Добро пожаловать в этот дворец. Здрасте. Как тихо, как обыденно было в этих роскошных покоях. Эти залы часто почивали своим присутствием самые знатные посетители. И все они навечно остались здесь узниками. Заточенные, окаменевшие, золотые статуи, пленники тех самых богатств, к которым так жадно стремились. А потанцуй с моей сталью, кающийся. Мы разошьем твою плоть священной мукой. 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 Гобелен, вышитый кровью и золотом. До базара ноль, давай. Огибаю. Какая честь. Отведай-ка. О, спасибо. Ого. Так, понятно, что... Подожди, дай... Топ тебя. Я ж перепрыгнул. Не первый босс просто. Точнее, это был первый босс. Все время. Эй, что за фигня? Помогите. Так, мне надо было просто стоять. Просто в серединке стоять. Прыгай. Прыгай. Да-да-да. Спасибо. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой. Да на тебе. Ну и как не в тайминге. Ой. Так, ну тут я помню. Сначала стоим. Потом чуть подпрыгиваем. А потом уходим в сторону, наверное, походу. Да. Ой. Ха. Ты думал, я буду честно с тобой драться? Вниз, вниз, вниз. Просто, блин, на микропиксели ХП. Стигмата один. Спасибо. И отсюда надо еще выйти каким-то образом успеть. Суметь успеть. А прикинь, я сейчас не дойду до сохранялки и отлечу. А сны афемиями. А, мне же восстановят сейчас ХП, нет? Да, да, нет. Где ты? Ага, вот она ты. Зримое бдение перед последним путешествием. Я Ораспиана, Распина, дочь ткацких станков, одеяний из золота и тонкого серебра, алых и белоснежных. Старшая сестра в обители, вышивальщиц, хранящий древний секрет иглы и нити. Там, куда я иду, ничего не сияет золотом. И мой изящный клинок больше не украсит воздух своим серебристым росчерком. Кающийся, ты пришел узреть чудо, смотри же. Давай. А, так, была любовь, но их мольба была столь скромной и искренней, что чудо, мотивы которого недоступны нашему приземленному разумению, наконец-то пробудилось ото сна. Полные сил после долгого отдыха, тронутая сладкой мелодией такой бескорыстной просьбы, она благословила не дрогнувших в вере мужа и жену и дало им желанное дитя. Хорошо. Ну, то есть это история рождения ребенка. Теплый и манящий уют, сумерек, приглашает меня закрыть глаза. Позволь чуду открыть черные врата. Я отправлюсь туда, где ждет меня проклятый сон, от которого не проснуться. Давай, до свидания. Ой. Они все ниже и ниже, эти статуи. Мне остался последний наверху. Ой, как долго я 3 серии бегал вокруг тебя. Капец, капец. А дворец вышивальщиц, я снова здесь. Моя подруга. Ага. Привет. Кающийся, ты познал вторую скорбь, а с ней новую часть свидетельства. Фигура матери снизошла к тебе, исполненная милосердия. Вскоре верхняя часть города, отделенная от остальных, по замыслу чуда, сольется с ними. Найди последнего стража. А хепе дашь мне? А как я... Как я найду? Слезы искупления, хорошо. Так меня сейчас ушатают. Ха.
нет, не ушатает, я сейчас прям в город. Пожалуйста, в город. Пожалуйста, в город, я хочу сохраниться. Хоп, упал последний пиксель и до свидания. Так, ну что, мне я-то думал, все намного сложнее с этим боссом будет. А с ним не так сложно. Что ж, друзья, спасибо, что досмотрели эту серию. Она тоже получилась достаточно большой и интересной. Последний босс. Либо в следующей серии, либо через пару серий мы дойдем и до него, ну точнее последний из трех боссов, а потом финальный босс, если я правильно понимаю, это будет где-то вот здесь, город опустится и появится, а так, а здесь что у нас такое? А, сад высоких кораллов, но это мне мальков надо искать и спасать, так что где-то вот здесь будет город, но мы пойдем потом на северо-запад. Еще раз спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, пока.